Очень прикольные клипы с участием знаменитостей и блогеров на канале Качеля. Ссылка в описании. Дед Петруха обещал внуку купить шоколадку. Пришел дед Петруха домой, и внук спрашивает: «Дед, ты купил шоколадку?» Дед Петруха говорит: «Нет, внучек, сегодня некогда было». На следующий день приходит дед Петруха домой. Внук спрашивает: «Дед, ты шоколадку купил?» Дед Петруха говорит: «Магазин был закрыт». На следующий день опять приходит дед Петруха домой. Опять внук спрашивает: «Дед, ты шоколадку купил?» Дед Петруха говорит: «Шоколадки не было, только чупа-чупс». Внук говорит: «Дед, ты бы хотя бы чупа-чупс купил бы?» Дед Петруха говорит: «Запомни, внучек, пока дед Петруха жив, ты будешь кушать только шоколадки». Наконец-то разобрался с переносом во времени. Надо сказать, я прилягу на секундочку, и ты окажешься на 4 часа в будущем. Липочка, липочка. Ковальский спрашивает у деда Петрухи: «Дед Петруха, а твои овцы за сезон сколько килограммов шерсти дают?» Дед Петруха говорит: «Черные или белые?» Ковальский говорит: «Ну, черные». Дед Петруха говорит: 2 килограмма. Ковальский спрашивает: «А белые?» Дед Петруха говорит: «Белые тоже 2 килограмма». Ковальский спрашивает: «Дед Петруха, а сколько килограммов кушают твои овцы в день?» Дед Петруха спрашивает: «Черные или белые?» Ковальский говорит: «Ну, черные». Дед Петруха говорит: «Черные 1 килограмм». Ковальский спрашивает: «А белые?» Дед Петруха говорит: «Белые тоже 1 килограмм». Ковальский говорит: «Ну что ты заморочишь? Ты говоришь, все время спрашиваешь, черные или белые?» Дед Петруха говорит: «Так черные же мои». Ковальский спрашивает: «А белые?» Дед Петруха говорит: «Ну белые тоже мои». Приходит Ховальский в автосалон и спрашивает: «Мне нужна машина, крутейшая, чтоб вместительная, с отличными тормозами, отличной скоростью, маневренная». Так ему говорят: «Так вам маршрутка нужна?» Аниптико! Есть 2 способа накормить ребенка. Первый способ – бегать за ним с ложкой. А второй способ – убегать от него с едой. Второй способ намного эффективнее. Моя бабушка, пенсионерка, весьма продвинутая, использует в своем словарном запасе слово «селфи». И в какой связи она о нем вспомнила? Спросила, что это слово означает. Подписываемся, кликаем на колокольчик.